На перекрестке в районе цирка столкнулись Toyota Mark X и Honda Avensis. Одна машина не заметила другую. Темно-синий красавец Toyota Mark X движется в сторону центра. Движение плотное, дорога мокрая, и по этой причине скорость автомобиля сравнительно невысокая. Но это обстоятельство не уберегает седан от столкновения. Пожалуй, даже напротив, именно вынужденная медлительность становится причиной тяжелых увечий машины. Двигался прямо по главной дороге, выскочил. Как мне он ответил, что не заметил. Просто не заметил и все? Просто не заметил и все. Скорость у него была большая? Нет, он, получается, стартовал, ну, довольно-таки резко. Виновник аварии универсал Honda Avensis выезжал со второстепенной. По словам водителя, он попросту не видел движущийся марк из-за припаркованных у обочины перед поворотом машин. Невольно спровоцировал водителя Honda автомобиль из правого ряда, пропускавший его. Увы, во втором ряду Honda ожидал неприятный сюрприз в виде Toyota Mark X, аборт которой Honda и затормозила. Повреждение машин, несмотря на кажущуюся незначительность, достаточно серьезное. В особенности это касается очень недешевого марка, которому предстоит замена двух правых дверей. У Honda все ограничилось оторванным бампером, да стрессом для его крейзи-драйвера.